там видно, что эти соединения, они шарнирные и позволяют эти модели приобретать любые формы. При этом они очень простые, они аналогичны тем соединениям, которые использует природа при построении ДНК. То есть, там, вот эту сетчатую оболочку мы можем дотянуть на здание. Например, у нас очень много старых зданий, очень там с крышами практически. Натягиваем это как новую одежду.